Через 20 минут музей закрывается, у меня всего 15 минут, всего 15% батареи. Короче, я чуть-чуть покажу сейчас вам музыкальные инструменты, так что пока-пока. И она сзади меня стоит, не могу видео делать, поэтому покажу вам. Просто я показываю вам вибрационные линии. Сейчас я быстренько покажу вам просто зал с музыкальными инструментами. Придется третий раз приходить, потому что я столько еще новых залов открыла, которые нужно посетить. Вот это все приходится сейчас пробегать. Но тут много интересного, но, к сожалению. Конусы такие. Мадонна, мне. А давай что на инструменте музыкальном? А, Валерий, вас увидел на раз на инструменте музыкале? Пер музыкальный, Валерий, вам анке анкора музыкальный инструмент. Que sono arrivata per questo, ma mi sono intro. Aspetta che c'è il dito davanti. Grazie, grazie. Grazie. Совсем чуть-чуть, ребятушки, потому что времени нет. Смотрите, как стол видно тоже. Самообразование стола. Посмотрите, кстати. Смотрите, рисунок как. Смотрите. И тоже немножко прямо мрамор на это, на пыление, кстати. Есть у меня еще минут 10 в запасе. И, ну, посмотрите, это вообще, кстати. Стол такой. Это я не буду вам показывать, это как бы совсем просто все. Совсем просто. Типа, мол, простые гитары. Я сейчас вам покажу безумное вот это, чтобы посмотрите, кстати. На 10 руках играть, да? Или вот это вот, кстати. Видите, тоже показано, что как у нее уходит в никуда. Вот это вот. И просто только нити натянуты, да? Посмотрите, кстати, вообще. Это вам сегодня только запал. На следующий раз я, потому что просто, во-первых, всего 10% батареи у меня. Во-вторых, все уже выходят. Я уже последняя здесь. Это вообще что, да? Скрипки не буду пока показывать. Покажу самое интересное. Так, это наше тоже торговое. Не буду показывать. Сейчас покажу, вот, что самое такое. Вообще барабан такой. Вот человек делает барабан, да? Видите? Жуткий, да? Видите, какой жуткий. Так, я покажу самое интересное сейчас. Ну, посмотрите, формы какие, да? Ну, кстати, все с нашими этими. Посмотрите, посмотрите. Так это еще начало, там еще целый зал пианин. Так, 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 так. Так, туда я даже не пойду сейчас. И
вот самое интересное, вот эти штуки, они из чугуна, посмотрите. Кстати. Дают 16 век. Вот здесь тоже, видите? Здесь не из чугуна она. Здесь вообще, кстати, рисунок здесь. Видите, как видно, что это все исчезает в дереве, кстати. Везде, посмотрите, маленькие тоже с этим, видите? Знаете? Везде. Все, я вам даю, как сказать, даю немножко то, что будет в следующих видео. То, что тут музей огромнейший. Тут просто все не пройти за один раз. Faccio foto perché se io faccio modalità video non faccio video non è... buonasera Gio. Блин, поверила, что я, короче, не видео делаю, но видите, следит. Вот, пожалуйста, музыкальные инструменты, которые не могу снять. Вот смотрите, вот все идет 2D, видите? Видите, все 2D.
батареи, нет времени, нет времени у меня. Нету батареи и нету времени. Ну вот вы посмотрите, какие огромные залы, да? Хочу вам сказать, что огромнейшие залы, но переходы, вот посмотрите, какие всего лишь, видите? То есть залы-то огромные, а переходы везде во всем этом Костелушке, переходы все маленькие. Посмотрите, какие гобелены, да, везде. Так что вы уж извиняйте, но я, конечно, как обычно, пришла за музыкальными инструментами, блин. Рисунок вам показываю. Смотрите, как будто туннели. Не могу показывать рядом с ним, они на меня смотрят. Сейчас хотят уже домой идти, поэтому вот здесь тоже, смотрите, да, видите, крепление, рисунок, видите. И посмотрите, дерево как сделано, да, тоже. Сделалось. 1805 дают. Просто не... Видите, здесь тоже, кстати. Целый домик. Ну, снимем еще днем, придем, блин. Тут, наверное, еще неоднократно я приду. Посмотрите, да, вообще пьянофорта такой. Все в нашем стиле. Посмотрите на рост у него. Уши-то. Дарчи. Смотрите, наша бразурка, да? Видите, как хорошо освещено тут. А? По диагонали. Посмотрите, наши пупки какие. Sì, certo. Так, ну что, ребятушки, вы уж извините, у меня батарея кончилась, и, короче, опять я не я. Но зато буду держать вас время, скажем так, напряжение, что в следующий раз снова что-нибудь интересненькое снимем. То есть этот Костелушка нас не отпустит. Вот посмотрите, как мне нравится, да? 15 век, посмотрите. Дерево вместе вообще везде, да? С каменными наростами. А каменные наросты спокойненько выходят из кирпичной стены. Мамочка, я думала, что нельзя выйти. Уже испугалась, блин. О, наконец-таки. Хочу вам показать вот это вот огромнейшее. То, что в тот раз забыла. Знаете, посмотрите. Да? Внутри здания, посмотрите, полностью
заходит в арку. И здесь тоже, посмотрите. Еще и... И тут наши всякие разные торчат гвоздики. Огромные зрелище. Все, ребятушки, пока-пока.